Всем привет! Вы на канале Рецептик, и сегодня мы приготовим с вами кебаб из куриной грудки. А приготовить вы их можете как на гриле, так и в сковороде. Подробное описание ингредиентов вы также найдете в описании под видео. Нарежем сначала куриную грудку на кубики приблизительно сантиметр на сантиметр. Мелко измельчим одну головку лука и зубчик чеснока. Также вы можете потереть их на терке. Выкладываем измельченный лук и чеснок в чашку для маринада. Добавляем растопленное сливочное масло, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку сока лимона, 1 чайную ложку сахара, 2 чайные ложки кориандра, у меня 1 с горкой, черный перец, 1 чайную ложку соли. Добавляем нарезанные кусочки мяса к маринаду, все хорошенько перемешиваем и отставляем в холодильник в закрытой посуде на 7 часов. В моем случае мясо мариновалось всю ночь. Теперь я взяла вот такие деревянные шпажки и буду нанизывать пару кусочков на каждую деревянную шпажку. Всего у меня получилось 6 шпажечек. А также можно кусочки мяса поджарить просто на сковороде. Получается тоже очень вкусно. Мой кебаб я делала в духовке на режиме гриль при температуре 300 градусов. И они у меня жарились там 15 минут. Вот такая красота получилась. Желаю вам приятного аппетита. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить хорошие рецепты. До скорых встреч!